Все? Всем привет! Амира, привет! Ай, он недоволен, потому что мы ездили в мечеть, и я ничего не сняла. Мы едем уже обратно. А? Маску одел. А, маску одел? Я молодец, моя. My husband upset because we were in mosque. And I didn't take a video. А? Прилипает? Чего у меня телефон прилипает? Амира wears a new jeans. Тебе открыть? Амира такая деловая. Смотрите, какая она модная сегодня. Еще в шапке была на стиле. У нас очень холодно. Да, на улице 10. Да? Да, кстати, некоторые, я смотрю, прогнозы показывали 10. It's around degrees. In the car outside is like only 10 degrees. So cool. We just drink a coffee from McDonald's. Можно, да? Короче, в мечети есть магазин, и там продают разные продукты. И это оттуда. Это так вкусно. Я обожаю. Самое вкусное багажник. Учишь? А, давай. Догоним. Наш папа, в принципе, как и всегда, не спал, поэтому он в 11 утра с нами за компанию ходит. He didn't sleep yet. This is why he is with us at early morning. Here is like 11 a.m. Да, оно просто сейчас развалится. Давай батон возьми один. Смотри, какие конфетки, а? Ням-ням. Будешь какую-то? Ой. Давай. Арбузик бери. Вот. Все, клади. Или неси. У нас в магазине намного холоднее, чем на улице. In this shop much colder than outside. У тебя ручки замерзли? Да? Погрей мамины ручки. Спасибо. Она меня греет. Что-то мы нашего папу потеряли. Никакого балкона. Кто знает, что она говорит? Балкон в переводе с Амириного. Откройте мне окно. Да? Балкон. Вась, что ты картошку свою тут кинул? Доедать будешь? Это что? Морковка фри? Нет. Морковка фри? Нет. На твоем. Это... Морковка пи. Да? Нет. А что? Я, короче, сейчас забираю ту штуку, про которую говорила в прошлом влоге. У Амиры будет сейчас классный подарок, и мы его распакуем в этом же влоге. Короче, будет у нее свой собственный салон красоты. Сейчас там мы будем открывать. Класс. Вась, нравится? А ты пока не поняла, да, что это? Будем мерить тапочки, леди. Отойди. Thank you.
Так, снимайте. Спасибо. Заберем, заберем сейчас. Все? Да. Все, спасибо. Подожди, она сама тащит. Да, я держу. Все, пойдем. Она со мной дружит. Так, с тобой дружит? Да. Папа дружит. Ну и все, теперь можно папа дружить. Тапочка с этикеткой идет. Look at them. He told, she's my friend. Тапочки, тебе нравятся? Да. Do you like your new shoes? Yes. Скажи, yes, I like. Обожаю эту песню, давайте послушаем. Мы уже приехали домой и не идем, потому что я хочу послушать песню. Классно. Ладно, пойдем. Все? Да. Пойдем. Все, ладно. На, вот это сейчас собери. Все. Давай, давай, все собирайся. Закидал тут. В багажнике. Здесь мусор закидал тут. У меня уже формат видео немножко перешел на дом 2. Прямой эфир. Ты на прямом эфире, что ли? Нет, видишь, я снимаю уже просто. Ладно, все, пойдем. Это такой лифт маленький, что мы даже не влазим сюда. С пакетами. Да. Если вот так вот. Вот, все, притык. Булочка. Что это? Подарка. Подарка? Да. It's your present. Итак, мы открываем наш лев. We are going to open it. Проверю. Давай, если ты будешь, я буду вас снимать нормально, а не вот так. Ты рада? Что это такое? А? Я себе знал, что это такое, я знал, что это такое. Молодец! Она знает. Это ручки, ножки. Это волшебная палочка. Волшебная палочка. Да. Красоту, да, ангелочек? Да. Вау. Такое. Это сейчас папа поставит. Папа сейчас поставит. Сюда надо, по-моему, батарейки сунуть, чтобы она работала. Ну как, ангелочек?
сделать. Настя, там расческа же есть. Вот расческа. Вот в наборе идут вот такие штучки. Да, поставь себе. Расческа, две помады, Амира расставляет, на ангелочку расческу. Это потом наклейки можно, я могу расклеить. Два колечка. На ангелочек колечки. Фен надо вставить в батарейки, и он будет шуметь. А вот эта кнопка для света, там тоже подсветка есть. Браслетики. А вот это я не пойму, что это. Покажи губки. Ну, я буду сейчас жарить мясо. Слово нет, мне смотреть на этот ужас. I don't like it. I'm not eating. I'm going to cook a lunch for my husband. Да и так красиво. Стараешься. Молодец. Там какие-то дополнительные наклейки. Да, вот сюда вот наклейки. Красиво, да? Красотища. Да и учить говорить. Потика сказала. Молодец. Амира вообще не отходит. Сидит тут, как вкопанная. It's like one hour. She's sitting next to her mirror. And do makeup. Короче, сидит и красится, да? Не надоедает? Нет? Зеркало, конечно, ужас, глаза от него будут болеть. Как тебе нравится? Сейчас она еще зимой наклейки доклеит. Такой домик. Когда он будет светиться, мы покажем их еще раз. У нас батареек сейчас нет. Нравится, ангелочек? Do you like it? Much. Do you like it? Да. Чего такая красота? Ребенок у нас ростом 92 сантиметра. Если что. 2.5 года. I don't like this mirror. So bad quality. Это Мира. Мы тут ей добавили ее другие помадки. Вот. Теперь у нее прям косметичка целая. Красивая. Мира переехала на кухню. Мы, кстати, вам, по-моему, не показывали вот эту мини-кухоньку ее. Батарейки высунули, потому что она очень громкая. Да, она все сюда переводит. She wants to be closer to me, because I'm cooking here. And she wants to be close. Короче, поближе к маме хочет быть. Девочка. Понятно. Теперь у нее есть кухня и зеркало. Красотка! Амира хочет снимать сама. Okay.
Окей. Дольм. Она закушает. She is eating real food. Да. Мать. Да, хорошо. Сюда. Хотим кока-колу. Это окей. Ламия. Это окей. Амея под. Это купи. Амея. Это? Яка. Это она? Это. Как раз я сегодня все снимаю, покажу, что какие у меня тоже покупки, не у одной мира подарки. Now is my present. Короче, тональный крем, который мне ужасно не подошел, темный, я сказала BB крем от Maybelline, буду пробовать. Мне кажется, он тоже мне не подойдет, не знаю. Так, глиттер для глаз, тени у меня. Буду красить, буду красоткой. И я купила вот такую вот маску для лица, которая должна то ли... Короче, как-то прикольно реагировать на тель, на лице, как бы пузыриться, что ли. Вот. Она мокрая, глиняная маска. Ой. Если вам интересно, потом расскажу про ее эффект. Ну, пахнет круто. Амира уже забрала мой крем, нормально? Не успела... Отдай, это мой. Это мое. Не, мое. Нет, вот это все твое, а это мне. Не. Амира, it's mine. My. Не дай. Give it to me. Не мой. It's mine. А мой нет. Отдай. Это мой крем. Это мой крем, алло. Нет. Так нечестно. У тебя вон сколько всего много, ты у меня последнее забираешь. Нет. Что нет? Не наглая ты? She doesn't want to come back me my BB cream. Дай сюда. Нет. Девочка, с мальчиком бы не было таких споров, наверное. У нас еще все впереди, да, ангелочек? Будешь, я всего 2 экземпляра буду покупать, ладно? Булочка. Ну ты же еще не красишься, кроме губ. Дашь? Охраняет. Покажу уже. Ай. В год один раз готовлю.